Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало. Славянцы выбирают, какую территорию благоустроить – улицу Придорожную или парк имени Григория Пономаренко. Уже проголосовало более 10 тысяч жителей. Однако, чтобы получить финансирование на благоустройство выбранной территории, этого недостаточно. Присоединяйтесь, голосуйте, а мы расскажем, как это сделать. С 15 марта на сайте 23.городсреда.ру полным ходом идет голосование. Жители Славянского района могут проголосовать за один из двух проектов. Это благоустройство улицы Придорожной или парка имени Григория Пономаренко. Для того, чтобы сделать свой выбор, нужно зайти на сайт, выбрать район, а затем территорию, которая, по вашему мнению, больше всего нуждается в благоустройстве. Следующий шаг – нажать «Проголосовать». Пройдя авторизацию через портал госуслуги, ваш голос будет засчитан. Если у вас нет компьютера или мобильного телефона с выходом в интернет, вы можете обратиться за помощью к волонтерам, которые работают по улице Красной около парка имени Григория Пономаренко с 9 до 12 часов, а также в Северном парке с 14 до 17 часов. С 18 марта по 30 апреля 2024 года принять участие в голосовании можно в точке для голосования, которая находится в парке имени Григория Пономаренко, а также на сайте 23.городсреда.ру. Приглашаем всех жителей принять активное участие в этом проекте. Стоит отметить, что славянцы достаточно активны в голосовании. Многие проголосовали уже сами, некоторые воспользовались помощью волонтеров. Но в любом случае, все положительно относятся к данной инициативе. Самостоятельно выбрать территорию, которая будет благоустроена в нашем городе. Потому что я считаю важным благоустраивать город, в котором нахожусь. Чтобы тут было все красиво и хорошо. Считаю, что нужно, чтобы каждый пришел и проголосовал. Важно помнить, чем больше жителей района примут участие в голосовании, тем выше шансы именно нашему муниципалитету получить финансирование для реализации проекта по благоустройству. Участвовать в голосовании можно с 14 лет.